Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація щодо руху потягів у Подільську? Адже ходять плітки, що з 26 жовтня потяги у нас зупинятись не будуть. Ну, сьогодні 27-е, як би, число. Вчора було 26-е. Да, була якась дезінформація в плані того, що у нас поїзда не будуть останавливатися. Ну, це в зв'язку з тим, що, вероятніше всього, що подумали, як би, что место Подильск тоже в красной зоне. Она находится в оранжевой зоне, район Подильский в красной зоне. В связи с чем, то есть получается, на сегодняшний момент у нас пассажирские поезда, так как у нас оранжевая зона, место Подильск, останавливаются в старом режиме, продажа производится, посадка, высадка, все как и было. Ну, до данного момента. Дальше уже будет информация, я буду подсказывать информацию, как-то вывешивать, ну и, соответственно, где, как это все распространять в службах массовой информации. По поводу пригородных, это у нас электрички есть, и местные наши поезда, которые Подольск, Подильск-Слобидка, Подильск-Помечна. Там идет ситуация чуть-чуть иначе. То, что по месту Подильск, все то же самое. Посадка, высадка, продажа проездных документов, так как и было. Но, что касается района, это идет у нас... Получается, если брать от Мардаровки, даже так давайте, Мардаровка, Петровка, Чубовка, Николаевка, Побережье, Борщевка, Борщи, Школьная, Дебровка и Прогресс, там ситуация обстоит так. То есть техзупынка, остановка идет и высадка идет только по... Ну, в общем, только высадка идет, посадка не производится. Есть еще такой нюанс для работников ЖД-транспорта, выделен вагон один вагон в голове. Он перекрытый от всех других вагонов, то есть нет доступа к нему, но посадка проводится только, ну, соответственно, и высадка для работников ЖД-транспорта. Те люди, которые едут на работу и с работы. То есть при наличии удостоверений, соответствии маски, там, рукавички, то есть перчатки, то вы соответствовали санитарным нормам. Дальше, как бы, по ситуации уже будем так же самое мы ориентироваться, как бы, и вас информировать. Ну и как бы жители места Подильска. Тобто наразі у Подільську все працює все. У звичайному режимі. Так, да, да. Так и есть. Все как и было, так и есть. Пока место Подільск в оранжевой зоне, мы и работаем так, как и работали. Если будет уже изменение, то есть в красное, соответственно, у нас будет все меняться. На данный час все идет по-старому. Вот на сегодняшний день, 27-е, все по-старому. Все работает, как и работало. Посадка, высадка, продажа проездных документов, любые напрямки, ну, в зависимости от наличия мест. Дякую вам за важливую информацию. И вам дякую.